Сотрудники Анапской роты ДПС проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Бахус». Так, 27 декабря во втором часу ночи инспекторы роты ДПС на Анапском шоссе увидели автомобиль «Тойота», который бросал из стороны в сторону. На законное требование сотрудника полиции водитель транспортного средства не остановился, а попытался скрыться. Экипаж ДПС устроил погоню с целью задержания нетрезвого водителя. Однако водитель не остановился, а лишь прибавил скорость и попытался скрыться. Женщина-водитель выехала за пределы города, проехала Чумбурку и направилась в станицу Анапскую. При въезде в станицу 39-летняя жительница Анапского района, превысив скорость, не справилась с управлением и столкнулась со стоящим патрульным автомобилем, который перекрыл проезд автомобилю «Тойота» с целью недопущения входа транспортного средства в городскую черту и ради сохранения жизни и здоровья других участников дорожного движения. После женщина допустила столкновение с автомобилем «Хонда», а также полуприцепом автомобиля «Фредлайнер». Медицинское свидетельствование показало, водитель автомобиля «Тойота» находилась в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не повторять подвиги королевы автострады, будьте внимательны и помните, алкоголь и вождение несовместимы.